Как происходит вообще запись в очереди? Вот такое вот скопление людей, выходит человек и говорит, когда прийти. Вы записываетесь, и вам назначают время. Но так как эти ребята все из Латинской Америки, а у нас немножко другие паспорта, мы наших ребят завели сразу, посмотрим, насколько смогут они пройти или не смогут. Вся запись происходит вот под этими деревьями. Вот так ведутся списки. Вот сегодня на 22-е 919, 920.